Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и мы продолжаем играть в игру Турок. Значит, сейчас наша задача убить по-тихому как можно больше народу. Так, начнем с этого солдафона. Отлично. Зря, конечно, его так пнул, мог свалиться и спалить, что мы здесь. Так, вижу еще ютарапторов, я, пожалуй, их разозлю, чтобы они отвлеклись там от трупа или от чего они там едят. В общем, и... Напали на людишек, да. Убьют парочку человек, мне же лучше. Меня не раскроют, и люди будут убиты. То есть, ну, убил по-тихому, считается. Так, я вот думаю, сверху пойти или вниз прыгнуть. Пожалуй, давайте вниз. Потому что сверху со стрел убивать могут спалить. А с ножа всегда по-тихому вообще никто не палит. Так. Тут еще где-то сверху должен быть народ. Так, отлично. Одного раптора слили. И вот тут где-то... Ага, вот он где. Сейчас мы его с ним разберемся. Отлично. Так, надо залезть наверх, посмотреть. Так, ну, что-то странное, никого не вижу. Вроде наверху кто-то должен быть, но я что-то никого не вижу. Странно. В общем, пошли они все. Так, вижу труп человека и раптора, да. То есть, видимо, с каждой стороны погибло по одному. Ничья у нас тут. Так, отлично. Ага, вылез. А, там, кстати, лежит новое оружие, которое называется «Лучик 66». Странное, конечно, название, да, но это, в общем, плазменное оружие. Винтовка, ее нельзя назвать, это скорее плазменное орудие, оружие такое. Значит, ну, помимо того, что написано, сколько боезапас, у нас еще оружие может перегреваться. Там это тоже показано, стрелочка начинает там двигаться, и шкала там от красной до желтой. Ну, от желтой до красной, точнее. Так, он нас заметил, так, черт. Вот, видите? Буквально несколько пуль выпустил, и около 10, да, за 2 секунды, и все, и человек труп уже. Ну, это вот именно стандартный солдат такой, потому что там же разная броня у них есть. Так, сейчас с луком, пожалуй, поубиваем кого-нибудь. Так, отлично, вертолетик прилетает. Сейчас мы их с лука сольем, ну... Так. Чё ты издалека в меня дробовиком стреляешь? Ну, безголовый. Так, вот видите, этот чувак в костюме, ну, в броне с оружием лучик 66, то есть его броня подстроена как под это оружие, и он более прочная броня, то есть на две стрелы в тело. То есть если эти убиваются с одной стрелы, да, то в него в тело плюс два раза попасть. Ну, если в голову, то с одного. В голову сложнее играть в масть. Ну, я не такой уж проигрок, чтобы прям голову засадить. Так, отлично, раптор согрелся на него. Мы пока займемся чуваком сверху. Так, промазал. О, отлично, попало. Так. Вот видите, да? Стрелу садил, пофиг, а вот на вторую, вот он уже труп. Так, этого убил. Он убил раптора, а мы убьем его. Отлично. Размен такой неплохой произошел. Так, мне патроны, конечно. А, вот там еще кто-то есть. На. Вот эта граната. Вот так вот она работает. То есть, ну, они, конечно, отпрыгивают. Молодцы, ребята. Искусственный интеллект хоть какой-то присутствует. Но все равно как-то, по-моему, туповато они тут. Конечно, может, когда уровень сложности выше, но там... У них интеллекта не прибавляется, они просто их убить сложнее, и они больше урон наносят, то есть почти сразу краснеет экран. Откуда вы взялись? Вас же тут не было, откуда вы взялись? Вот это, кстати, броня чувака с дробовиком тоже прикольная. Ну, тут как бы узкая специальность, то есть какое у тебя оружие, такую тебе броню нужно подобрать. То есть нету такого, что чувак может бегать с каким угодно оружием в любой броне. Вот это более жестко, да, его дольше убивать. Вот что я вышел. Не туда, что-то резко тут меня стали палить.
Ой. Куда ты прыгаешь? Куда? Надо было, конечно, схватить нож и зарезать его, ну да ладно. Ну и чё ты села? Ну, сразу две заклинить. Вот видите, их просто отбросило. Какая-то оглушающая граната, что ли. Так, перезаряжаем. Так, чё-то неужели врагов не осталось больше? Опа, 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 давай, давай. Отлично. Сейчас еще кучу патронов наберем. И 12 этих гранат. Я специально выстрелил, чтобы зарядить по полной. Вдруг потом пригодится сразу кучу выпустить. Так, здесь мы были, получается, бегали, да. Это мы просто наверх поднялись. Так, тик дым на горизонте. Блин, вот я бегу, конечно. Но на дым вообще не смотрю. Опа. Я так понимаю, у нас сейчас новые враги будут. Это кто-то раптора затащил и скинул, получается. Сейчас мы узнаем, кто это такие, что за перцы. Смотрят твари. Так, ну это по мне. У них тут есть какое-то название, лизуны или что-то такое. Точно не помню. Но я их всегда называл просто звероящерами, потому что вот эти реально уже не просто рептилии, а помесь млекопитающих есть такое. Так, видите, у него даже уши, то есть ушные раковины, как у млекопитающих, как у кошек. Строение конечностей также. Тело, да, тело как у рептилий, безусловно. Так, ну с ножа их можно убивать, но в отличие от рапторов срабатывает не всегда, потому что они типа ловкие, быстрые. То есть значок появляется, типа проткнуть его, ну, типа этим ножом убить. Но не всегда это срабатывает, то есть, вот сейчас Слейд, кстати, спас нас. Не всегда это срабатывает, потому что, ну, даже если ты кликнешь, прям сразу, как только появится значок, не факт, что в этот момент сработает там в игре что-то, и ты реально, ну, пойдет ко сцене, типа, и ты убьешь эту тварь. Не всегда работает, поэтому лучше против них использовать оружие дальнего боя, но в целом стрелы я не советую, потому что придется много стрел всадить. Но дробовик, как вы видели, со Слейдом, да, то есть он пару выстрелов сделал, и эта тварь сразу все свои когти отбросила просто. Поэтому, скорее всего, опять дробовик против них хороший. Автомат, ну такое, то есть долго приходится их все равно убивать из автомата. Лучик 66, возможно, против них тоже хорош. Вот как ты промазал, объясни, вот он не двигался, и ты промазал. Видите, видите, сколько я вообще, я в него почти всю обойму всадил, да, пускай там сколько-то патронов улетело мимо, но... Они, во-первых, живучие, а во-вторых, ну, блин, целая обойма ушла. Сейчас получилось, конечно, смачно убить. Кстати, убийство здесь только одно, то есть... Как-то по-другому с помощью ножа я его убивать не буду, всегда одна и та же сцена. Поэтому это и надоедает. То есть, если были бы разные сцены, да, ты бы ходил и всячески пытался по-разному бы их как-то убить. А, учитывая, что они все одинаковые. Ну, пипец, вы посмотрите на него. Да, я, конечно, мажу много, но... Ну, вообще жопа шли какая-то. Ну, наконец-то, сдох. Все, все патроны потратил. Так, нам, по сути, сюда, но... Хочу посмотреть, что там еще есть. Патроны для барсука, для дробовика патроны. Ну, логично, конечно, здесь иметь дробовик, но я лучше лучик 66 взял. По-моему, это более полезное оружие. Так, сейчас мы попробуем его с лучика убить. По-моему, эффект лучше. Вот, кстати, перегрев.
патронов еще пол обоймы, грубо говоря, а перегрев оружия произошел. Так что нужно как-то следить за огнем. Да, но дробовик все равно лучше здесь получить твари. Сколько можно, сколько вас тут вообще, а? Ну-ка иди сюда, давай. Иди сюда. Ну, уходи. Уходи, бадлитрус. Ах ты, черт, кинул гранату, зарядку потратил. Ну, он там сидит, эта тварь выскочил из травы. Так, я что-то не могу найти, куда нам идти. Сюда? Да, отлично. А вот и дым на горизонте, и тот корабль, который упал. Ну, мы его в самой первой миссии видели, как только высадились на планету. Сразу увидели эти обломки. Мы тут, грубо говоря, к ним пришли. Скорее, мы почти пришли. Надеюсь, мы найдем живых. Смотрите, кто пришел! Нашлись? Всем привет! Черт, где вас нашли? Живы все-таки? Зацени-ка вот это! Вот это да! А вы динозавров-то уже видели? Все утро пришлось отстреливать ящериц. Зато теперь я их поджарю. Откуда здесь столько солдат? У Кейна тут поди целая армия. Пару часов назад мы сцепились с их патрулем. Они вернутся. У нас мало боеприпасов. А половина людей пропала без вести. Лучше выставить охрану на случай, если сюда заявятся люди Кейна. Точно, надо об охране позаботиться. Логан, ты идти можешь? Я вижу, тебе здорово достал. Просто царапина, сэр. Все в порядке. Правда. Ладно. Ты и Рис обыщите все найденные обломки корабля. Нам нужны припасы и патроны. Турок. Я хочу свалить с этой планетки как можно скорее. А как же Кейн? К черту Кейна. Нам надо выжить. Найди в обломках бортовой передатчик. Мы пошлем сигнал в штаб, и нас заберут отсюда. Так, понятно, хорошо. Тут много народу выжило. Ну, относительно, конечно. От общего экипажа, думаю, процентов 10 только спаслось. Но основные персонажи вы сейчас их увидели. Не всех, конечно, но большую часть. То есть мы их видели еще на инструктаже. Вот, и теперь тут они еще и выжили, да. Призрак в сумраке, новая часть, новая глава, точнее. Так, ну, будем проходить ее уже в следующий раз. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. С вами был Дарт. Всем отличного настроения и увидимся в следующем видео. Всем пока!